привет, дорогие мои, это Чихуахуа Софи. И я продолжаю выкладывать видео, снятые заранее в Москве, так как сейчас я в Таиланде, но скоро будут видео и отсюда, когда мы наконец-то обустроимся и найдется свободное время. А сегодня мы поговорим об ошейниках, шлейках, поводках, что лучше и как приучить. Итак, что лучше, ошейник или шлейка? Существует два разных мнения. Одни говорят, что лучше шлейка, другие, что ошейник. Я выбираю золотую середину, иметь и ошейник, и шлейку. Мнение первое. Для породы чихуахуа желательно использовать шлейку, так как она очень крепкая и сможет удержать, когда собачка попытается вывернуться из нее. Еще потому, что у чихуахуа слабая трахея, и если использовать ошейник, а не шлейку, может развиться хрип и отдышка. Ошейник может повредить хрупкую шею животного. Мнение второе. Шлейка вредна для чихуахуа, так как портит осанку и может вызвать выверт лап. Лучше всего ошейник. Мое мнение. Да, шлейка вредна, но только пока организм не сформировался, так что лучше начинать с мягкого легкого ошейника, а как подрастет, с полугода или 10 месяцев, можно приучать к тоненькой шлейке. Специалисты не рекомендуют носить шлейку постоянно, у собаки может образоваться другой центр тяжести, нежели чем в ошейнике, поэтому привыкнув к шлейке, в ошейнике животное будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому я рекомендую чередовать, как делаю я. Это серия мини-роликов, поэтому, чтобы посмотреть продолжение, жмите на кнопку на экране. И не забывайте подписываться на мой канал и вступать в мои группы ВКонтакте, ссылки в описании. Пока-пока!